Из нового выпуска программы «Утро в твоем городе» вы узнаете, с каким праздником сегодня можно поздравить Деда Мороза. Дед Мороз любит подарки, которые сделали сами дети. Как своими руками сделать вязаный браслет? Стык соединения поролона необходимо сшить подходящего цвета нитками. Почему нельзя самостоятельно садиться на диету? Если человек не знает, как выстроить рацион, он считает, что можно начитаться в интернете и моментально вот стать для себя диетологом. А также под какую музыку лучше всего делать утреннюю зарядку? Левая нога впереди, руки в исходном положении. Каждый будний день с 7 до 9 встречайте утро с телеканалом «Мой город».